Масечка, Мася, такая милая, как она урчит, какая она ласковая, да, малышка. Все, кошечки хорошо, на стационаре чувствуют себя спокойно, аппетит сохранен, активная, безумно ласковая, со всеми в контакте, всех любит, да, мой котенок. Сейчас еще покажем в другом видео состояние швов. Так, в целом, самочувствие у нее стабильное. Очень красивая кошка, да? По результатам осмотра питомец чувствует себя хорошо. Сохраняется небольшой отек послеоперационный. Ну, не особо ей нравится, когда мы здесь ее трогаем. Также ей назначены клизмочки, микроклизмы, для того, чтобы дефекация была в туалет в плане мочеотделения. Все хорошо, ходит волоточек. Вот, шовчики на данный момент хорошенькие, на антибиотикотерапии находится питомец и на обработках послеоперационных. Whoops!